Я вас приветствую. Мы находимся, значит, на центральной площади города Иркутска, площади Кирова. Здесь находится мой дом. Я здесь рядом живу. Я тут родился, мой знаменитый двор. Конечно, я немножко нахожусь в такой прострации, потому что, наконец-то, я в городе Нью-Йорке опять. Опять, черт побери. Не прошло и двух месяцев, как мы опять у Карнеги-Холла. Сейчас мы находимся в Таймс-сквер. Это центральное, просто ядро Нью-Йорка. Практически, можно сказать, настроение просто изумительное, потому что в Нью-Йорке по-другому быть не может. Потому что у нас драйв, потому что у нас солнце, потому что у нас ветер. И программа, включающая две сонаты Бетховена и большую сонату Чайковского. Я в предвкушении. На связи! Ну что, наш традиционный блок возле Карнеги-Холла. Это уже хорошая традиция. Действительно, приезжаю сюда как домой, в этот легендарный зал. Готовлю всегда разные программы. Сегодня у нас очередной сольный концерт. Программа, которая посвящена моему дорогому любимому профессору Сергею Ивановичу Доренскому. Абсолютно с первой до последней ноты, выученная с ним, предложенная им. И специально мы готовили это и к Карнеги-Холлу, и к другим концертам. Программа уже достаточно давно обыгранная в прошлом году. 17-я, 31-я соната Бетховена и большая соната Чайковского. Я его называю эту сонату как концерт для фортепиано без оркестра. Так что увидимся на сцене, сейчас зайдем внутрь. На связи. Ну что? Рояль тот же. Очень хорошо знакомая гамбургский Стенвей. Мы находимся в этом замечательном зале под названием Карнеги-Холл, который открывал Петр Ильич Чайковский максимальное количество раз. Наверное, рекордсмен это Сергей Васильевич Рахманинов, Владимир Горовиц и многие другие известные легендарные музыканты. Предвкушение замечательное. Знакомство очередное с близким инструментом произошло. Контакт есть. В добрый путь. Всем привет. Ну что, полная боевая готовность. Артистическая Карнеги-Холла. Как всегда, особое предвкушение перед выходом на эту сцену. Традиционные... Five minutes, please. Артур Тосканини, Леонард Бернстайн. Это вживую зал, с которым мы скоро увидимся. Леопольд Стаковский. Это у нас, конечно же, Джордж Шолти. И вот здесь я вам покажу замечательный портрет, кого бы вы ни были, кого вы думали. Конечно, Петра Ильича. Открытие Карнеги-Холла, которое состоялось 18 мая 92 года, который открывал сам Петр Ильич. Боевое настроение. Скоро увидимся. Bye.